Наши передачи не имели бы такой популярности у телезрителей, если бы не участие в них грамотных, знающих специалистов и руководителей здравоохранения города. В их числе и Рита Сомар, заместитель главного врача Пинской центральной поликлиники. Сегодня мы поднимаем еще одну очень важную тему. Ковид-инфекция сдала свои позиции, и теперь у медицинских работников есть достаточно времени и достаточно резервов для того, чтобы их направить на работу с пациентами, которые имеют хронические заболевания. В первую очередь это те заболевания, которые приводят к высоким показателям смертности и к высокому уровню инвалидности. И таких заболеваний немало. Вот почему сейчас медицинские работники направили свои усилия на поддержание здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. Это такие заболевания, как болезни системы кровообращения, онкологическая патология. Но сегодня я хочу с вами поговорить о ревматоидном артрите. Почему именно это заболевание? Почему именно это заболевание? Потому что его течение в конечном итоге заканчивается в 70% случаев инвалидностью, установлением той или иной группы инвалидности. Что же это за такая коварная болезнь? Ревматоидный артрит – это системное автоиммунное заболевание с преимущественным поражением костной системы деструктивно-язвенного характера. Что значит автоиммунное? Это значит, что ваш собственный иммунитет разрушает соединительную ткань в ваших суставах и вызывает деструкцию и эрозию. Чтобы понять это заболевание, надо знать и причины его возникновения. Так что же вызывает ревматоидный артрит? Наукой пока конкретный какой-то фактор единый не установлен. Предполагается, что ревматоидный артрит носит генез вирусный или бактериальный после тяжело перенесенной инфекции. Почему мы всегда делаем акцент на вакцинацию как профилактика, то в том числе и ревматоидного артрита. К сожалению, такая беда случается со многими людьми, обрекая их на страдания. По Пинскому региону около 500 человек имеют такой диагноз. Как он проявляется? Клинически начинает сначала болеть один сустав, отекает, кожа над ним изменяется, становится красной, боли могут мигрировать, сначала болит один сустав, потом второй. В конечном итоге заболевание принимает симметричный характер, то есть два коленных сустава, два плечевых сустава, но чаще всего поражаются суставы кистей рук. И это еще не все симптомы, которые являются проявлениями сложного заболевания. Кроме боли в суставах, при движениях, отечности этих суставов, еще пациентов с ревматоидным артритом беспокоит скованность. Поутру этому человеку нужно около 40, а то и часа для того, чтобы разогнуть себя, скажем, и начать подготовить себя к движению. При других заболеваниях суставов достаточно 10-15 минут. Диагностируется ревматоидный артрит путем лабораторного и рентгенологического обследования. Делается это все при поликлиниках. Чем раньше мы начнем базисную терапию, тем ближе наш путь к успеху. Самое главное, как и при лечении любого другого заболевания, ранняя диагностика и вовремя начатое лечение. И об этом стоит сказать особо. В основном базисная терапия, давным-давно уже она начата и проводится противоопухолевыми препаратами. Данное лечение назначает, конечно, специалист, ревматолог. В настоящее время наука не стоит на месте, и на сегодняшний день появляются новые препараты, изобретенные путем генной инженерии или же так называемые биоактивные препараты. Сегодня здравоохранение города готово предложить пациентам с заболеванием ревматоидным артритом конкретную и эффективную помощь. На сегодняшний день мы располагаем такими препаратами, и на базе двух поликлиник при дневных стационарах мы начинаем с августа месяца лечение таких пациентов такими препаратами на бесплатной основе. Но скажу сразу, что не все пациенты подлежат этому лечению. Группа пациентов от 18 до 75 лет, так как биоактивные препараты действуют на определенное звено воспалительного процесса, они назначаются не постоянно, на кратковременный курс на 15 дней. Выглядит этот курс одна таблетка в день, но под присмотром врача дневного стационара. Кто же определит, кому конкретно будет оказана такая бесплатная лечебная помощь?
Отбор пациентов для этого лечения будет осуществлять изначально врач общей практики. Для этого нужно исключить у пациента и хроническую патологию почек, вирусные гепатиты, туберкулез, ну и другие процессы, которые будут являться противопоказанием к этой терапии. И еще раз повторю, что поскольку данный препарат влияет лишь на определенное звено воспалительного процесса, поэтому далее от врача-терапевта пациент пойдет к ревматологу. Назначение данного препарата будет решаться консилиумом в поликлинике центральной или в поликлинике городской номер 1 с участием администрации поликлиник. Поскольку сейчас дачный сезон и многих мы как бы можем увидеть за городом и, конечно, сложно найти всех на местах, поэтому я бы просила пациентов, у которых установлен ревматоидный артрит, который находится в возрасте от 18 до 75 лет, подойти к своим врачам общей практики и определиться, показан вам курс этого лечения или не показан. Поскольку проходить лечение пациенты будут в дневных стационарах, у заведующего отделением медицинской реабилитации Пинской центральной поликлиники Галины Самолазовой мы узнали о работе этого подразделения, которое сегодня признано одной из самых прогрессивных и эффективных форм лечения хронически больных пациентов и является стационарно замещающей технологией. В структуру нашего отделения входит отделение дневного пребывания с койками, кабинет массажа, зал ЛФК и физиотерапевтический кабинет. Работаем мы уже давно, с 2005 года, с мая месяца, и практически с момента открытия отделения у нас состав не меняется. Основной костяк отделения – это сотрудники, которые начинали работать с 2005 года. Со всей уверенностью могу сказать, что каждый из сотрудников отделения профессионально и с душой выполняет все свои должностные обязанности. У нас в отделении около 60% медицинских работников, которые имеют высшую квалификационную категорию. И это еще раз подтверждает высокий уровень и качество лечения. В течение всех этих лет востребованность и необходимость такой формы лечения на дневном стационаре только растет. В год у нас проходит около 12 тысяч населения Пинского района и жителей города Пинска медицинскую реабилитацию. Нашими пациентами являются люди, которые имеют заболевания в стадии компенсации и не требуют экстренных каких-то вмешательств и круглосуточного наблюдения. Основной задачей нашего отделения это является предотвращение инвалидизации, это снятие обострений и, естественно, пропаганда здорового образа жизни. Остро ощутили пациенты отсутствие такого вида лечения в период пандемии, когда на линию борьбы с ковид вышли медицинские работники всех подразделений, в том числе и отделения медицинской реабилитации. Сегодня пациенты от души благодарны за возможность получить квалифицированную помощь, не дожидаясь возможности попасть на стационар. Ну, мы благодарны всем медикам за хорошее отношение к нам. Спасибо им. Уходите поздоровевшие? Конечно. Раньше, когда еще до ковида, я практически каждый год приходила подлечиться во время отпуска. А когда стал ковид, 2 года не было такой возможности. А сейчас, конечно, все хорошо, тем более еще и лекарства бесплатные. Все очень хорошо. Всем большое спасибо за заботу, внимание. Девочки просто супер. Вот почему так важно, чтобы каждый имел возможность подлечить свои болячки, получить консультацию врача, скорректировать лечение. По снятию напряженности с ковидной ситуацией мы частично переходили на свою работу. У нас некоторые сотрудники оставались работать в инфекционном кабинете, часть вернулась к своим основным обязанностям. И востребованность, естественно, есть, потому что люди 2 года недополучали помощь, которую они привыкли получать, и которая действительно эффективна и имеет потребность в этом. Поэтому в настоящее время, да, у нас есть немножко даже очередность. Люди с удовольствием приходят к нам на реабилитацию. Но такая ситуация продлится недолго. Сделаны конкретные шаги, чтобы расширить возможности дневных стационаров. С целью доступности населения, с целью улучшения качества медицинской помощи наше отделение расширяется. На площадях
реконструируемых по Брестской 108, у нас тоже будет располагаться частичное отделение. В структуре тоже будет отделение дневного пребывания, зал ФК там у нас запланирован, физиотерапевтический кабинет и кабинет массажа. В настоящее время у нас уже практически закуплено все оборудование для того, чтобы мы ушли работать туда на Брестскую 108, и ждем пока окончания реконструкции. В связи с расширением отделения у нас было 36 коек две смены, сейчас у нас будет 55 коек две смены. С учетом потребностей.